Новую квартиру отсудила жительница Камчатки. Прокуратура через суд обязала администрацию Петропавловска переселить семью из аварийного жилья. Установлено, что семья заявительницы проживает на условиях социального найма в муниципальном жилом помещении на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2017 году многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, включен в муниципальную программу администрации Петропавловск-Камчатского городского округа со сроком расселения до 2024 года. С привлечением специалистов Краевой государственной жилищной инспекции инициирован осмотр жилого дома. Выявлены признаки опасности для проживания. Прокуратура направила в суд заявление о предоставлении семье жилья вне очереди. Оно рассмотрено и удовлетворено.